Творожная шарлотка с яблоками. Вкусная, нежная и ароматная. Готовится очень просто. В миску, где буду замешивать тесто, выливаю яйца. Добавляю к ним четверть чайной ложки соли и 150 граммов сахара. Дальше взбиваю венчиком до пышной белой массы. Буквально минут 5. Теперь, когда масса увеличилась в объеме, добавляю 150 граммов творога. Творог у меня влажный, 9% жирности. Творог добавляйте любой на свое усмотрение. Чтобы пирог получился более воздушный, творог добавляйте менее влажный. Далее добавляю 180 граммов размягченного сливочного масла. Сливочное масло необходимо заранее достать из холодильника. При желании масло можно заменить на маргарин. Далее отмеряю 240 граммов пшеничной муки. Добавляю чайную ложку разрыхлителя и просеиваю через сито. И аккуратно лопаткой все хорошо перемешиваю. Вот такое тесто получается довольно густое. Готовое тесто убираю в сторонку и занимаюсь яблоками. Для пирога я взяла два крупных зеленых сладких яблока. Очищаю яблоки от шкурки и избавляюсь от сердцевины. Одно яблоко нарезаю небольшим кубиком и добавляю в тесто. Вы нарезайте яблоки как вам угодно. Нарезанное яблоко добавляю в тесто и хорошо перемешиваю. Второе яблоко для украшения пирога нарезаю дольками. Теперь в подготовленную форму вливаю тесто. Форму я застелила пергаментной бумагой. Диаметр формы 20 см. Украшаю сверху пирог яблоками и отправляю в хорошо разогретую духовку. Запекаю пирог 50 минут при температуре 170 градусов. Готовый пирог достаю из духовки, немного остужаю и извлекаю из формы. Нарезаю пирог на порционные кусочки и можно наслаждаться. По желанию пирог можно посыпать сахарной пудрой. Пирог получился настолько нежный, ароматный и очень вкусный. Запах творожной выпечки – это что-то нереально вкусное. Очень рекомендую, друзья, попробуйте приготовить. Ну а я, как всегда, желаю приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте с удовольствием, готовьте вместе со мной.